он машина едет. Этот дом выселили, короче, где-то 2 года назад, полтора. Раньше здесь люди жили. Признали аварийный, выселили. Хотя мы где живем, Молодику, у нас дом намного хуже, чем вот этот. А это уже постройки, новые дома здесь. Нет, у людей были здесь сараи. Как-то вот так вот. Вот в новых домах хотя одно радует, пандусы сделаны везде. Вот когда здесь заезжаешь, вот пандусы. Ребят, а вот скажите, это жилой дом был когда-то, да? А когда вот снесли этот дом? Ну, сколько лет уже там люди не живут? Ну, один. Один, да? Один год, понятно. Спасибо большое. Надпись такой нормальный. Здесь живет пластик. А там написано еще было, здесь живет бумага. Здесь пластик. Ребят, это я гуляю по окраине Тучково. Окраина. До Тучково мне еще ехать где-то 2 километра. Вот там вдалеке видно Тучково поселок. А это по окраине я гуляю. Постройка 41 года. Я же снимаю на тротуаре. Это ты сейчас на тротуаре? Да. Сейчас поедем к вечному огню. Да? Да. Еще и ругает меня, потому что я не так говорю, ему, что я снимать не буду. Конечно. Да? Учить надо, конечно. Для страстки, да? Да. А вообще у них тут 21. Вот, ребят, еду по трассе, потому что по тротуару невозможно ехать, потому что здесь сливы делают, вот такие сливы делают.
невозможно проехать. Вот второй слив. Вот как там проехать? Какой-то странный динозавр, весь в платах. Нормально. Ну вот, ребят, сейчас поедем к вечному огню. Получается. Ну, ничего страшного. Чё? Дай мне свою селфи-палку, я попробую. Mm-hmm. Это как ты пользуешься научишь? Попробуй. Надо все высыпать. Да. Да, не могу ходить. Передвигаюсь только на инвалидной коляске. А что, ноги болят? Да, да, в аварию попал. А как вы катаетесь? Ну вот катаюсь. Как? Ну вот сюда нажимаю на джойстик. Покажите. Круто, да, круто, говорит. У нас фотки. Нас фотки. А я с фоткой. А если что-то не ну, это, наверное, не значит такое. Ой, вот дети сразу там пристают. Тише, тише, тише. Тише, тише, тише. Вот у меня. Тише, тише, а это что за кнопочки? Тише, 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 задавишь, задавишь, тише. Вот только вот всем привет передавай. Всем привет передавай.